«Будьте осторожны, отряд чешуйчатых в деле». Так подписал видео один из пабликов популярной соцсети, который разместил ролик на своей странице. Сочинец заснял необычного и очень неожиданного пассажира собственного авто. «Змея решила проехать зайцем», шутят в комментариях к видео. В интернете предполагают, что на капоте машины пригрелась не просто змея, а ядовитая гадюка. Автору ролика такая попутчица явно пришлась не по душе. Чем закончилась эта дорожная история, не